привет! Сегодня у нас в видеообзоре набор инструментов от компании Форсаж F38841. Набор на 216 предметов. Три рабочих квадрата в комплекте, 1/4, 3/8 и 1/2, то есть 3 трещотки. Форсаж — это белорусский бренд инструмента. Он очень хорошо известен на бывших странах СНГ. Это Россия, Беларусь, Украина. Сама фирма белорусская, но завод находится по производству инструмента. Это остров Тайвань. Инструмент профессиональный, хорошие отзывы покупателей вы можете найти на белорусских сайтах и уже на украинских продается. Начнем с упаковки. Упаковка здесь такая бумажная идет сверху, глянцевое покрытие. Что важного, но указывает производитель, это шестигранный профиль головок внутри идет, 216 предметов, 3 рабочих квадрата. Далее, где изготавливается инструмент, это остров Тайвань, собран с угловой стороны. С обратной, это комплектация инструмента. И указывается, что механизм трещоток идет хромолибденовая сталь. Сам инструмент хромванадиевая сталь. Так, прокладка между крышками такая идет. Ну, здесь она не толстая. Самый обычный поролон. Начнем с трещоток. Три трещотки. Маленькая 1/4 дюйма. Средняя 3/8 дюйма. И большая под 1/2 дюйма. Трещотки 72 зуба. Мелкий шаг. Как видите, трещотки немного идут изогнутые. Изогнутая рукоятка. Ну, как пишут на форумах и пишут люди, которые пользовались и прямыми, и изогнутые. Изогнутые гораздо удобнее работать. Рукоятки здесь комбинированные. Резина — это черный цвет, синие вставки — пластик. Трещотки разборные, то есть механизм можно вытянуть, обслужить или заменить. Есть реверс на них. Быстрый сброс головок. Надпись на металле «Форсаж». ЦРВ хромванадиевая сталь и номер, по которому данную трещотку вы можете найти в каталоге Форсаж. То есть здесь номер идет 807-23. То есть каждый инструмент в наборе имеет свой номер по каталогу. Это указывает, что инструмент у вас идет именно не подделка, а оригинальный набор инструментов. Далее две отвертки, то есть отверточные держатели. Маленький у нас 150 мм. Ручка здесь пластиковая. Можно подсоединить сюда трещотку еще. Есть отверстие специальное или вороток. Данная отверточная рукоятка используется с головками под 1/4, дальше с битами под 1/4 дюйма или с головками под 1/4 дюйма. Далее я уже буду рассказывать и покажу. И отверточный держатель магнитный, вот такой вот идет, 210 мм, с комбинированной рукояткой, резинопластик. Вытянем биту. На держателях, конечно, трудно достать. О. Вот, отверточный держатель идет с магнитом здесь. То есть обычная отвертка. Меняете биту. Так, Т-образные воротки под 1/4 дюйма и под 1/2 дюйма. Под 3/8 воротка нет. Длина под 1/2 дюйма у нас 250 мм вороток, под 1/4 11 сантиметров. 100 мм. Удлинители. Под 1/2 дюйма у нас два удлинителя, 125 и 250 мм. Под 3/8 у нас один удлинитель идет, 125 мм.
От 1,4 у нас два удлинителя. 100 мм и 50 мм. Набор Г-образных ключей шестигранных. Так, 4, 5, 6. 7 штук. Шестигранные. Карданы в наборе. 3 кардана. Под все 3 трещотки. 1, 2, 3 восьмых, 1, 4. Карданы здесь скреплены металлическими вставками. Но очень качественно сделано, они не расхлябанные. Видно сразу, что набор профессиональный. Теперь перейдем к битам. Здесь у нас в верхней крышке идут биты, которые идут уже с переходником. Вот прессованный переходник. Под 1,4 дюйма, то есть вы можете использовать их или с воротком, вот этим вороток отвертки я уже показывал, или вставлять трещотку маленькую, или Т-образный вороток. Общее количество бит, таких здесь 30 штук. По профилям здесь райп, вот такие мелкие, идут шестигранные, крестовые, биты торкс есть и шлицевые. Далее есть биты вот в таких вот держателях, я уже показывал. Их вы можете использовать или вот с этой отверткой магнитной. Вставлять их в переходник-адаптер и использовать с трещоткой или вот этим вот воротком, или Т-образным воротком. То есть, или использовать шуруповертом. Тут очень много и крестовые, и шестигранные с отверстием. То есть очень много видов всяких. Вот они идут уже держать. И биты под 1,2 дюйма называем их. Они применяются с адаптерами под 3 восьмых и под 1,4. Два адаптера вы можете или вставлять сюда, использовать трещоткой, допустим, 1,2, или с трещоткой под 3 восьмых. Подходят и туда, и туда. Теперь к головкам. В наборе шестигранный профиль головок. Есть короткие головки, длинные и головки торкс. Начнем с коротких головок. Под 1,4 у нас 13 головок. Самая маленькая здесь на 4 мм ряд. Самая большая на 14 мм. Далее ряд головок под 3 восьмых. Дюйма идет. Общее количество их 10 штук. Самая маленькая здесь идет 10 мм. Самая большая на 19. И большой ряд под 1,2 дюйма. Самая маленькая 10. Самая большая 32 мм. Общее количество их здесь 15 штук. Вес головки под 32 мм. Составляет 230 грамм. Далее, головки длинные. Общее количество 18 головок. Самая маленькая на 4, самая большая 22 мм. Это верхние крышки. И головки торкс. Общее количество головок 14 штук. Самая маленькая у нас Е4. Самая большая у нас Е24. Так, далее, три свечные головки. По размерам у нас 21, 16 мм. И головка на 18. Головки свечные имеют внутри резиновые вставки. И набор ключей комбинированных. Общее количество 12 штук. 8, 10, 11, 12, 13, 14. 15, 16, 17, 18, 19 и самый большой ключ это 22 мм. Надпись хромованадий, хромованадиевая сталь, форсаж. И ключ также имеет свой номер. Весь инструмент в наборе, еще раз повторюсь, имеет номер по каталогу форсаж. Его вы можете посмотреть или в интернете, или в электронном виде, или есть бумажный вариант.
Материал изготовления инструмента хромбонадевая сталь. Весь инструмент имеет сверху защитное матовое покрытие. Следов от литья, сколов инструмента, кривого литья мы не заметили. Инструмент хорошо отлит и имеет защитное покрытие и хорошо отполирован. Рекомендуем покупке данный набор, инструмент Форсаж, так как очень хорошее сочетание цены и качества профессионального инструмента. Теперь кейс. Кейс у нас состоит из двух частей, пластиковые зависы посередине, скреплены металлическим штырем. То есть внутри есть металлический штырь, который скрепляет две крышки. Сами защелки, запирания металлические идут, тоже плюс. Инструмент хорошо держится, только не знаю, доводите хорошо до конца, чтобы защелки у вас и не выпадает при закрывании набора. На верхней крышке логотип Форсаж, номер по каталогу данного набора. Хорошо закрывается все. По габаритам кейса ширина 48 см, длина кейса 35, высота 9,5, вес набора 12 кг. Спасибо, что вы посмотрели наш видеообзор. Подписывайтесь на канал. За подписку мы делаем хорошие скидки в нашем интернет-магазине. Ну и рекомендуем данный набор. Спасибо. До свидания.